С вещами на выход из общежития Института права Министерства юстиции снова пытаются выселить 10 семей переселенцев. По официальной версии, людям предоставляли жилье временно и теперь выгоняют на улицу якобы из-за долгов за коммуналку. Сами переселенцы утверждают, и платили бы, но администрация выставляет счета по промышленному тарифу. К тому же, говорят, решения суда, которое позволяло бы выселить людей, нет. Критичная точка точно завтра, с часу до трех, или вернее с 12 до трех, вот это критичная точка. Они сказали, что завтра всех тех, кто не подпишет договора, будут на улице. И по барабану, кто там, инвалиды, многодетные семьи, просто начхать всем. Все, что мы вот оспаривали в судах, и суды, в общем-то, на нашей стороне, что мы не должны им платить по коммерческим расценкам, а они нам предлагают там как условие задним числом признать, что все это время мы должны были им платить.